Добрый день! Мы по-прежнему находимся на острове Фогу. Это Кабо-Верде, город Сан-Филиппе. И я стою сейчас немножко с другой стороны. Отсюда я еще не показывала вообще ничего. То есть я показывала берег, я показывала отель. Но сейчас мы поднялись вот сюда, и я могу показать с другой стороны. Вот этот форт, как он был, да? Вот здесь вот пираты были в 17 веке. Отсюда пушками их пуляли. Теперь на этом месте сумели построить отель. Вот тут наш называется вид на океан и ресторан Seafood. А вот это старое сооружение им не разрешили убрать. Поэтому оно вот в таком затрапезном виде, но все равно присутствует. Написано, что это памятник истории. Наш номер, ну вот если отсюда смотреть, сверху красные этажи. Вот, а слева четвертое, то есть под нами такое серое с закрытыми шторами. А у нас одна шторка открыта, одна закрыта. Вот мы сюда смотрим на вид на океан и вот на это кладбище. Сейчас мы решили до него дойти, и я обещала его показать. Вот подходим к воротам. Ой, какой океан красивый, Андрюш, покажи. Смотри, как красиво. Сейчас видно отлив, вон сколько места. Гуляй, не хочу. Вообще супер. Вот, и тут написано, что это кладбище было построено в 1849-1853 году. И видно, оно было для белых людей, да? Именно для белых людей написано. Значит, черные где-то у себя там во дворе хоронили. Мы потому что сейчас шли по городу, я смотрю, у них кресты прям во дворе. Вот, а для белых построили специальное кладбище. И мы хотели показать все эти памятники, походить тут, но, к сожалению, оно закрыто. Закрыто, к большому сожалению. Ничего не сможем показать. Я вижу, что вот крайние захоронения примерно 1960 года. Ну-ка, вон то. Да, 58-й, 56-й, 60-й, то есть, может быть, тут уже 60 лет как никого не хоронят, может и так, и просто стоит как памятник, наверное, так. Вот так вот, а. Что мы еще? Тут белые закончились. Как вариант. И остались только эти, как это там? Черные. Кривовые. Да. Нам туда дальше, мы или туда пойдем. Да? Да, и поэтому тут никого не хорошо. Нет, ну, слушай, тут как ты собрался идти туда, если тут заканчивается дорога? Что ты, по помойке, что ли, пойдешь? Тут заканчивается дорога, милый. А, нету, что ли? Нет, конечно. А вот стена идет дальше. Ну, стена. Куда она идет? Вот, все, она упирается. О, как это интересно. Все? Никуда ты не пойдешь. Вот же тропинка. Ну и узенькая, по тропинке бьется. Хочешь? Ну не особо, честно Я тоже говоря. Нет. Мы можем по дорожке спокойно пройти. В общем, если что-то еще интересное увидим, я обязательно покажу и расскажу. А пока всем привет с острова Фогу. Это Атлантика. На той стороне остров Браво. Вот он. И все это Кабо-Верде.